Вытащить из горящей машины. В Красноярске прошли соревнования среди спасателей и пожарных. Специалистам нужно было на скорость выполнить несколько заданий. По легенде, произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Люди не могли выбраться самостоятельно из салона. Профессионалам требовалось из помятого авто оперативно извлечь водителя и пассажира и оказать им первую медицинскую помощь. Кроме того, потушить машину. Подобное совместное состязание, рассказывают эксперты, помогают отработать алгоритм действий ведомств, обменяться опытом и повысить профессиональный уровень. На этот раз свои силы проверили 10 команд из Красноярска, а это представители пожарно-спасательных частей города. Лучшие поедут представлять наш край на всероссийских соревнованиях. Каждая пожарно-спасательная часть, во-первых, на своих дежурных сутках, когда есть свободное время от ликвидации пожаров и происшествий, в системе боевой подготовки дежурных смен отрабатывают теорию и, соответственно, практику. Отрабатывают вопросы работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, со спецсредствами. Также спасатели пожарные проходят повышение квалификации в определенных учебных центрах.